Сегодня у нас замечательный день. День весны, день прекрасных дам. Силами нашей гвардии, нашей структуры. Для вас мы организовали маленький праздник. Хотим пожелать вам в этот день оставаться такими же прекрасными, такими же замечательными, какими вы есть. А благодаря вам в нашей структуре всегда весна, всегда тепло, всегда хорошо и уютно. Поэтому вот эти вот бокалы с шампанским, соком, у кого как, мы поднимаем исключительно за вас. Спасибо вам, что вы у нас есть и что вы скрашиваете наши трудовые будни. Я хочу поздравить милых дам. Этот стих я посвящаю вам. Женщины. Что такое женщина? Вопрос. Может быть, восьмое чудо света? Если призадуматься всерьез, нет, наверное, полного ответа. Женщина, наверное, это ласка. Сложное творение природы. Вольность мироздания и сказка. Блеск инопланетной моды. А на самом деле все нежнее. Женщина – начало красоты. И, конечно же, всего важнее, чтобы исполнились мечты. Я желаю настроения, желаю вам тепла, света, счастья, утешения, чтобы ваша звезда взошла. Я хочу вам пожелать мира все цветы, никогда не увидать сил, здоровья, красоты. Пусть бушуют ваши страсти, любовь в сердцах цветет, пусть обходят вас напасти и везде всегда везет. За прекрасные создания я хочу в который раз. Женщины, очарование, женщины, я пью за вас. Ура! Ура! Какие таланты у нас в нашем кругу. Все, спасибо. Уважаемые милые дамы, вот я прежде всего в этот такой торжественный день хочу пожелать, чтобы вы всегда вот оставались такими красивыми, какие вы есть. Пожелать вам прежде всего здоровья, благополучия вам и всем вашим близким. Ну и естественно, чтобы у вас было много-много денег. Пожелали хронического здоровья, гипертонического успеха и беременного кошелька. Медицинский работник. Причем с несложившейся практикой. Не сложившейся. Ну столько красивых лиц, даже не знаю, какую выбрать. На самом деле я уже выбрал. По со мной вперед! Занимать спорт. Да. А мальчика, который рядом с тобой. Ничего, там, либо девушка, либо мой мальчик тоже. Хороший класс. То есть я рядом с тобой всегда заметил. Да, Дин, ну если вы будете вдвоем ездить на велосипеде, мы тоже к вам присоединимся, я думаю. Ну, естественно, я хочу, чтобы вы, естественно, больше приводили сюда таких же красивых, элегантных, потому что с вами прям приходишь и сердце аж прям радуется. Хочется творить, творить, создавать. Спасибо. Спасибо. Ура! Ура! Вау! 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 С праздником, девушки! Ура! 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 Мы можем многое! Когда сверкает вокруг кругом, позвольте поздравить вас Международным женским днем. Желаю вам красивых снов, приятных снов, цветов, цветов, еще раз цветов. Ура! Спасибо! Ну, я поздравляю всех наших женщин с 8 марта. Желаю счастья, любви, здоровья, всего самого лучшего. И надеюсь, что вы в нашей структуре принесете огромный вклад, в смысле не денежный, в смысле трудовой. Трудовой. И своей красотой будете поддерживать нас, вдохновлять нас на подвиги. Ура! 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 С кем можно еще? Как система. Давайте. Да. Но я вот поднимаю. Да.
Дорогие друзья! Праздником! Париша, иди сюда, Париша! Где малышка? Она вот Париша. Куда он убежал? Посадите его на меня. Да. Спасибо вам большое, мужчина. Спасибо, да. Здоровья вам, счастья вам, стабильности во всем. Спасибо. Надеюсь, вы расскажете своим подружкам. Спасибо, у нас мужчины. А мы каждый день рассказываем. Надо снимать, потом на камеру. Может, уже ВКонтакте выложить, да, такие вещи. Да, но это пойти, купить что-нибудь. Так, все, сейчас все в магазин идем покупать. А что это такое? Такая толпа завалилась.